как грамотно встраивать шкафы. Здесь сделано очень хорошо. Это у нас несущая часть. Далее здесь немножко нарастили, чтобы глубину шкафа сделать нормальную. Уложили керамогранит на пол, завели туда в нишу. Сделали нишу с покраской. Вот у нас все сделано с покрасочкой здесь. Далее сделали натяжной потолок. За натяжным потолком спрятали закладную из фанеры. Далее пришли мебельщики, сделали замеры, прикрепили, посмотрите, направляющую к потолку. Сюда сделали добор, потому что здесь из покраски внешний угол просто бы со временем обился. И у нас бы, получается, дверца упиралась бы в покраску. Когда у вас есть ниша, гораздо красивее смотрится, когда вы делаете добор вертикальный, и к нему ездит у вас дверца. Плюс вот здесь еще узел смотрится красиво, потому что плитка у нас до стены не доходит. Если бы не было этого добора, мы бы с вами видели здесь этот зазор. А здесь у нас зазор перекрыт, сюда встала направляющая, и здесь аккуратненько подошел плинтус.